Ситуацию с заражением сибирской язвы обсудили сегодня в правительстве республики. Вопрос находится на личном контроле у главы Дагестана. Об этом напомнил Артем Сдунов. Вместе со специалистами Минздрава, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ветеринарной службой и полицией была проанализирована проведенная работа по ликвидации очага заражения в Новолакском районе. В рамках заседания отдельно была затронута тема санитарного состояния Хасавюрта. Буквально накануне премьер, проезжая по территории муниципалитета, наблюдал удручающую картину, связанную с уборкой мусора, о чем сегодня напомнил руководство муниципалитета. В городе, это центр города. Вот эти шкуры. Я не говорю, что они там заразные, не заразные. Мы не знаем об этом, и никто об этом не знает. В этом домике, да, который будка, там навряд ли определяется санитарная чистота этих шкур. Я сомневаюсь. Там навряд ли есть лаборатория Роспотребнадзора. Я не думаю, да, вот я главу пригласил, уважаемый Зиновий Дагович, что вы об этом не знаете. Мы когда у вас проводили ревизию по поводу воды, мы вам уже предупреждение это делали. Вы вообще город не убираете, что ли? Смотрите, посмотрите, коллеги, это вот так вот люди наши живут, дагестанцы. Уборки никакой нет вообще. Это просто, как говорится, съемки еще просто территории. Там и домашний скот ходит, и всех, значит, выгуливают, кого только можно. У нас этого бычка, что там желудки нашли? Целлофан. Пакеты там всякие, веревки, все, что там можно. Да? Ну вот так же вот. Вот так же попитался, вернулся, значит, не отходя от дома, и принес с собой вот эти споры. Я вас слушаю. Мы принимаем меры. Вы ничего не принимаете. У вас город просто весь в грязи весь. По итогам поручения председателя правительства будет создана специальная комиссия и направлена в Хасавюрт, а также подготовлено соответствующее обращение в прокуратуру. Вопрос по санитарно-эпидемиологической ситуации в городе взят на особый контроль.